목사님 본인 소개 좀 해주십시오. Очень приятно. Вы можете, ну, объяснять о вас? Я приехал в 94 году в Израиль. 아, 저는 1994년도에 이스라엘 왔고요. Из бывшего Советского Союза. 구소련에서 왔고요. Приехал с семьей. 가족에서 다 같이 함께 왔고. Ну, в общем, у меня начинались небольшие проблемы в плане алкоголя и наркотиков. 저도 처음에는 구소련에 있을 때부터 마약과 술 중독에 с раннего возраста. 엄청 어렸을 때부터. Наверное, это было из-за того, что родители работали, нас было трое. 저희는 세 명의 자녀였는데 부모님이 이제 맞벌이 하시느라고 일찍 배웠고. Скорее всего, не хватало любви в детстве. 그래서 어렸을 때부터 부모님의 사랑을 네, 받고 싶었는데 그게 없었던 것 같아요. Ну, естественно, а улица, она мне заменила эту любовь фальшивую родителей, которые мне диктовала условия жизни. 그래서 제가 길거리에 나갔을 때 이제 길거리에서 이제 이런 마약들을 배우게 됐는데 접하게 됐는데. Я пошел там искать любовь. 저는 그 마약에서 внимание. 사랑을 찾았던 внимание. 것 같아요. Ну, естественно, я его нашел, только не то, которое нужно было. 근데 저는 이제 그 마약을 통해서 그 바라던 그 사랑은 아니지만 다른 사랑을 찾게 됐어요. 그러면 그 마약에서 해방된 건 예수아를 만난 다음에 마약을 끊게 됐습니까? Тогда вы, ну, достали сделать алкоголь или через Иисуса, Иешуа? До я еще не знал тогда Иисуса. Это Иисус мне помог выйти от всего этого. Да, и да. Это произошло уже здесь в Израиле. Я встретился с Иисусом здесь в Израиле. 그래서 저는 네 이스라엘에 왔을 때 예수님을 만나면서 끊게 됐어요. Я вообще не верил, что может мне что-то помочь. 전혀 그거를 기대조차 하지 못했는데 예수님을 만나. Просто не было надежды, ну уже просто все. Что, все, что можно было испробовать, я испробовал. 세상에서 경험할 거는 다 경험했다 생각하고 세상에 소망이 하나도 없었어요. Но в один день моя мама, она уверовала, когда я сидел в тюрьме. 그 감옥에 갔을 때 어머니가 어느 날 예수님을 믿었다고 얘기해요. И она за меня начала молиться. 그리고 저를 위해서 기도하시기 시작했어요. И начала молиться та церковь, в которую она пришла. 그리고 그 교회, 어머니가 다니신 그 교회 모든 사람들이 저를 위해 기도하셨어요. Они приходили, молились за меня. 그리고 찾아와서 함께 기도해주고 중보해 주셨어요. И в один день я так встретился с Иисусом. 그리고 어느 날 그 예수님을 저도 직접 만나게 됐습니다. Я также попал в реп-центр. 그렇게 해서 이제 마약 끊는 센터. И там я его принял. 그래서 그곳에서 하나님을 영접하게 됐어요. И со мной стали происходить уникальные вещи после того, как я принял Христа. 그래서 그 예수님을 영접한 다음부터 제 인생에 너무 놀라운 일들이 시작됐어요. Я начал чувствовать радикальные изменения в сердце, в разуме. 마음에서부터 변화가 너무 많이 일어났어요. И многие вещи, которые духовные мне хотелось тогда на тот момент. Креститься, говорение на языках, и креститься, водное крещение. Но что-то не получалось, что-то оттягивалось. 그래서 그다음부터 이제 성령의 기름 부음도 받게 되고 방언이 나오기 시작하고 세례도. Но у меня внутри ну, было вот такое, оно зарождалось, это желание. Само я даже не знал как, у меня не просто я хотел, оно как-то внутри зарождалось у меня. 이건 제가 하고 싶다고 해서 되는 게 아닌데 머리로는 그렇게 생각하면서 이게 안에서부터 그 뜨거운 그 열정과 그 신앙이 믿음이 끌어올리고 있어요. Я всегда смотрю на то свидетельство Божие, что Он сделал в моей жизни и тех, кого Он приводит сегодня, так как я служу сегодня в реп-центре еще. 그리고 제 인생에서 역사하신 그 하나님과 오늘날도 이 마약센터에 와서
예수님을 만나가는 그 사람들의 하나님의 역사심을 보게 됩니다. Бог так уникально работает. 하나님은 그렇게 놀랍게 일하십니다. Что то, что я никогда себе не мог представить, это просто сегодня. Этим я живу. И без Бога я просто. 살아 있다는 것도 너무 기적이고 하나님께서 저와 오늘도 함께 살아. Без Бога я сегодня не могу ничего сделать. 하나님 없이는 제가 아무것도 지금 할 수 없는 상황인데. Постоянно я завишу от него. Это я сегодня четко понимаю это. Это нищий дух. Нищий дух это, знаешь, что такое нищий? Нищий это человек, который сидит, просит постоянно деньги. Он нуждается в этом. То есть только я нищий, ну, Богом. 그러니까 하나님을 맨날 기다릴 수밖에 없는 존재. 예수님의 그 재림에 대한 약속을 믿으시죠? Вы верите второй, ну, Иисус будет второй. Конечно. 예수님의 재림이 가까웠다고 느끼십니까? 아니면 좀 이렇게 아직 시간이 많이 남았다고 생각하십니까? Вы думаете, что это будет скоро или далеко-далеко? Я думаю, что мы уже находимся в процессе последних времен. 저는 지금 저희가 마지막 때에 살고 있다. Уже завершаются практически все пророчества, которые написаны в Слове Божьем. 성경 말씀에 나오는 모든 예언들이 성취되고 있습니다. 예, мы уже это видим. 그게 보이고 있습니다. 제가 너무 감사한 게 사실 여기 급식소 촬영하러 왔지만 이 목사님을 만나게 하려고 온 것 같아요. 우리 목사님의 고백과 간증이 저 마음을 굉장히 뜨겁게 하고 있어요. 그리고 우리가 이스라엘 마약센터를 우리가 후원하고 있는데 너무 감사하다고 생각합니다. 목사님 같은 분들이 많이 나와야 한다고 생각합니다. Я думаю, что многие люди, как вы, должны быть с этим местом. 부모님의 사랑을 받지 못하지만 마약의 사랑을 받으려고 했던 것이 헛된 것이라는 걸 알고 예수와를 만나는 것. Люди, которые хотели любовь из родителей, и потом, но потом из наркотики они тоже хотели. Но нуждаем Иисуса. 이 영상을 보는 분들이 한국에 있는 분들이 목사님을 위해 기도할 것입니다. Многие которые люди в Корее, когда смотрят на это видео. 앞으로 목사님의 삶에 하나님의 놀라운 축복이 있을 것입니다. И ваша жизнь тоже очень многое дело из Бога будет. Слава Господу, только Ему вся слава. 목사님께서 지금 이 마약센터에 또 홈리스들 접대하는 일을 하고 계시는데요. 하루에 몇 명이나 이렇게 오셔서 식사도 하시고 그런가요? Всегда, конечно, по-разному, но около 40 человек. 40명 정도. И с этих 40 где-то 15-18 женщин. Остальные мужчины. 15명에서 18명 정도가 여인들이고요. 여자들이고. 네, 여자들이고 나머지가 남자. Мы вот здесь молились, посмотрите сюда. Вот это место. Да. Вот это все. 네, 이 공원. Пусть они могут снимать, посмотреть. 네. 아, 저기도 보이네요. 저기 홈리스인가요? И что вы хотите? Да. Здесь, на этом месте, раньше было это, старое автовокзал. 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 여기 예전에 엄청 많은 시장터처럼 장사. Он был закрыт, потому что он уже был непригоден. Пригоден. Непригоден. Ну, уже автобусы не работали здесь. 아, 그리고 이제 버스 정류장들이 있었는데, 네. 이제 거의 폐허처럼. Здесь каждый день увозили где-то 5-6 мертвых людей. 한 5명에서 6명이 죽어 있는 상태에서 발견이 됐었대요. 아, 그러면 여기서 매일 5명이 죽는다고요? 아, 페리도자, 우비발리, 나르코틱이 всё это здесь. 굶어 죽는 사람도 있고 살해당한 사람도 있고 마약에 찌들어서 죽는 경우도 있고. Мы все очень сильно молились за это. Мы молимся и благодарим всех, кто молится за это место. 그래서 그들을 위해서 기도하며 시작했던 거예요. И в один день
Мы видим здесь детские площадки. Площадки? Детские, где да. дети начинают играть. То есть, где была смерть, сейчас дети играются. Мы молились, и Бог все здесь начал менять. Площадку, играть, это все. Здесь раньше умирали люди. 그래서 엄청 기도하다가 어느 날 이제 아이들의 놀이터가 생기게 됐어요. 그래서 사람들이 죽던 그 자리에 이제는 아이들이 뛰어놀 수 있는 공간이 네. Как приятно сегодня смотреть, что здесь уже растут цветы, что есть многие люди нормальные приходят, играют. 오늘날에는 많은 건강한 사람들 또 아이들이 이제 뛰어놀며 쉴 수 있는 공간이 됐어요. 아, 그러니까 과거에는 여기가 폐허처럼 됐고 네. 여기에서 마약 두었다든가 이분들이 굶어 죽기도 하고 이런 곳이었는데 기도해서 이렇게 이제 놀이 플레이에 이런 그 하는 그런 곳도 생기고 네. 그렇게 좀 이제는 건강한 사람도 오게 됐다 그 말이죠. 네. 그렇군요. 그러면 이런 이제 질문을 해도 될지 모르겠지만 어떻게 감옥에 가게 되셨나요? Я же не знаю, можно ли спрашивать, но вы же сказали, что вы были в тюрьме. В тюрьме? Да. да. И как? Как там? Да, как там. Ну это, конечно, такое место неприятное. То есть это тюрьма. Ограниченная, не та свобода, которую Бог дает, ограниченная. Страшно. Страшно, конечно, то, что ты видишь, что там происходит. 네, 인생을 살면서 너무 경험하기 너무 많아서 네, 그곳에 가는 네, 알겠습니다. 자, 여기 좀 앉아서 하시죠. 잠깐 앉아서. 네. 아, 딱다. 도치나 네. 여기가 급식만 하나요? 마약 여기 위층에 뭐 치유 센터도 운영하나요? Но вы тоже, но не рип-центр. Здесь не сделаем. Нет, здесь нет. Наш рип-центр он в Иерусалиме. Ваши? Да. 그 마약 센터는 아예 예루살렘에 하고 계시대요. 목사님께서 여기 담당자신가요? Вы тогда, но здесь все служите вы или другие люди тоже? Нет, мы у нас есть определенные дни. То есть в понедельник может приехать сюда с Ришуна, ну с города. А вторник могут приехать с Хайфы. То есть здесь это место, мы все в единстве служим. Каждый в свой день, когда могут приезжать, чтобы 매일, служить. 매일 목사님 담당이 있으신가 봐요. 그래서 리션 레치온에서 목사님이 오셔서 섬기시기도 하고 하이파에서 오시기도 하고 예루살렘에서 오시기도 하고 날짜에 맞게 담당하시. 그럼 목사님은 테라비브 사시나요? 이 왜 제 집이었지? 테라비브. 예루살렘이. 예루살렘에. 예루살렘에서. 예루살렘에서 오셨어요? 왜 브리아칼리 예루살렘에 지원이. 내가 예루살렘에 내일 가는데 또 만나겠네요. 우리 тоже будем в Иерусалиме завтра. 샤밧 예배 때. 아, 샤밧. Добро пожаловать. Вы будете как раз у нас. 네. 그렇죠. 기대하고 있다고. В субботу, да, это будет там реп-центр. У нас должно было быть, если вы знаете, крещение водное. Да, но из-за погоды да. мы это отложили пока. 원래 пока. 내일 세례식 있기로 했는데 날씨 때문에 네. 미뤄. 날씨가 너무 추워서. очень холодно. So cold. 아, там Иордан, речка, она очень холодная. 네, 요르단, 네, 요단강 엄청 춥다고. летом заходишь, она холодная. 여름에 가도 춥다고. 여름에도 추워요? 네, 그러니까 여름에 가도 물이 차갑다고. 그렇군요. 그런데 이렇게 패딩 입어도 추울 때 들어갔으면 저 큰일 납니다. 아, 딱딱. 우리 또 хотели прийти и закусить. Не, ну можно это, когда будет температура хотя бы больше 20, это можно. Но когда ты заходишь, холодно. Но когда ты уже пару минут постоишь, ты уже не чувствуешь. 근데 이제 들어가서 이제 적응하면은 괜찮다. 아, 네. 우리 이 얼레 목사님 교회에 이제 스텝 목사님으로 이렇게 섬기고 계시는 따뜻하게 섬기고 계신 목사님이신데 내일 세례 우리가 세례 일정이 있었습니다. 날씨가 추워서 제가 20일 더 있게 되니까 좀 따뜻할 때 할 생각인데 오늘 이렇게 이렇게 저희를 환영하기 위해서. 티나 사모님을 대신해서 지금 목사님께서 이곳에 오셨어요. 우리도 아르살렘 왔는데 귀한 목사님께 정말 감사를 전하고 그리고 오늘 인터뷰해 주셔서 너무너무 고맙습니다.
Очень спасибо. Большое спасибо вам. 네, 박수 한번 하겠습니다. 네, 조그만한 우리가 그 선물을 마음을 좀 전하고 싶습니다. 이거는 뭐 그냥 목사님께 드리는 감사의 표현입니다. 마님께 받아라. Thank you so much. 이게 просто у меня я же не засвидетельствовал, но как бы полное, то есть свидетельство оно берет много времени. Ну, может быть, когда-то я засвидетельствую, будет очень интересно. 오늘 너무 짧게 간증해서 너무 아쉽고 나중에 기회가 되면은 더 긴. Также у меня вон 4 дня, 5 дней назад родилась дочка. 5일 전에 딸. 딸 태어났어요? 어, congratulations. 와. Это очень просто, ну, сверхъестественно, что происходит в жизни моей. Я каждый день я смотрю на чудеса. 매일 하나님의 기적을. 네, 오늘 여기서 인터뷰를 마치고 아래층에 좀 이렇게 급식하는 거 살짝만 소개하고 우리는 돌아가게 우리는 하이파로 갑니다. 25년 파이프. 요노 미하엘 목사님. 맞습니다. Yes, so we go to George Shabbat. Okay. 자, 여기서 끊어주고요. 이제 음식 하는 거.